Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Режим у нас аниматроники гоняются за нами картов на в 2. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Уже настроение у нас очень классное. И пацаны будут спамить аниматроников. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем веселиться. Уже заходят подписчики, если вы хотите с нами играть, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Ну что, давайте, кто будет? Давайте одновременно, у нас лимит 20 NPC, так что ставьте одновременно разных. Я надеюсь, будет весело, и вы поддержите лайкосиком и поставите подписку, и наоборот. Так, давайте больше, сейчас я хочу... кого разгоню. Давайте больше, больше, больше. Во, стрелять не надо, просто давайте поубегаем, а потом уже... Не, кстати, Фокси здесь как-то как Рахит бегает. Наверное, его не надо ставить, а я могу на стол запаркурить. Уже я вижу. Опа, Мангл тоже пойдет. Кстати, а давайте проверим, гоняются они по всей карте. Я вижу, гоняются, значит, это хорошо. Мне нравится. Так. Это 20 штук, что ли? Что-то маловато, пацаны. Во, бегут, бегут, бегут. Отлично. Ой, маринетки пошли. Все, ребята. Лимит у нас сделан. Давайте теперь, кто выживет, тот красавчик. Маринетка за мной. Это очень плохая примета. Ух ты! Вот это здесь у нас в арханале творится. Ого, их тут! Ну что, вы с эти, да, спрыгивать? Я не боюсь. Не бойтесь. Они вас не любят. Ой-ой-ой, они прям рядом останавливаются. Так, смотрите, убили одного. Ого, что у нас тут? Давайте сюда забежим. А, этот умный забежал в эту комнату? Они не могут пройти, они очень жирные. Нормально. Так, а кто там у нас еще отошел? А, вот этот звук такой прикольный издает. Как робот ходит. Что-то они слабо гоняются. Ну, гоняются. Тут надо другие паки ставить. С FNAF 2 если ставить, они четко гоняются. Ого, тут трупейшенов. Ой-ой-ой, надо запрыгивать. Во. Или с FNAF 2 на... Фокси не будет, пацаны, бегать, уже проверено. Он вообще ни на каких картах не бегает. Ладно, давайте я вам помогу. Я думаю, это будет очень жестко. Где-то 50 фиолетовых челиков. Так, 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 ставим. Они тут прям тусовку какую-то устроили. Хватит? Или еще? Наверное, не хватит. И не так, как мы будем выживать. Они уже сквозь пол проходят. Так, ну чё? Я готов. Сейчас еще поставим, то мне мало. На головах уже стоять, не мая их куда ставить. Так, давайте попробуем спрыгнуть и проверим, что с этого получится. Блин, ну сейчас если я спрыгну, они сразу меня зарежут. Нет. А чё они не ходят? Я ошибался, они ходят. Вот это жесть, что творится. Давайте еще раз попробуем спрыгнуть. Так. Идем, идем, идем. Смотрите, не пускает меня с прохода. Какой-то фиолетовый человек очень злой. Я знаю, как их можно развеселить. Сейчас, сейчас, сейчас. У меня есть одно веселое оружие. Давайте проверим, сколько максимум я смогу их убить. Да что такое? Вечеринка фиолетовых челиков, я знаю. Хорошо, не будем им давать пощаду. Давайте вот так стрельнем. Бум! Это было очень жестко. Как-то на этой карте они не очень сильно бегают, NPC-шки. Когда я проверял, там штук 5 классно бегают. Когда сильно много, они вот так вот просто разлетаются в разные стороны и все. Ой, просрала. Ай, что он делает? Хорошо, наверное, знаете, надо кого мне поставить, чтобы было весело? Давайте вам маринетку поставить. Мне кажется, она самая такая бегучая из всех. Так. Так, ну давайте я спрыгну и проверим, как они бегают здесь по карте. Так, я вижу. А ну, твой, Бенди, спрыгивай, не ссы. Я тебя прикрою. Ай-яй-яй, я и себя прикрыть не могу. Ну ладно. Не получилось, пацан, к успеху ушел. Давайте еще разок попробуем. Так, 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 давайте вот сюда побежим. Зайдет, не зайдет? Ай! Да, вот эта маринетка, она везде бегает. Самая имбовая из всех. Фиолетовый челик, надо их, короче, поубивать. Плохо они себя ведут. Так, оружие слабое. Бум! Сейчас мы их очистим и поставим много марионеток. Так, ну что, вы готовы? Теперь будет жестко, очень жестко. Так, так, смотрите, она труп не может обойти. Давайте еще здесь поставим. Ого. Я разошелся.
Во, псих-псих пошел. Так, ну что, пацаны, давайте, нас четверо. Кто дольше всех проживет на полу? Или когда выпрыгнет из сцены? Я попробую попаркурить на столе. Так, шарами не стрелять, потому что сейчас кого-то убьет. Плохое оружие. Хоп! Есть! Блин, аж дернулся. Нет, не получилось и в этот раз. Так, а чё они замерли все? Эй, Арнольд Шварценеггер, прощай! Ха-ха, не за ним все побежали. После такого не живут. Кидай гранату, да? Не-а, не работает. Смотрите, они прям там кто первее. Так, я попробую дольше выжить, чем обычно. Оп. Ай, о-во-во-во, я успел на стол запрыгнуть. Да блин, да как она на стол залазит? Короче, марионетки друг на друга могут залазить, что ли? Так, хорошо. Как бы нам добежать? Давайте, пацаны, кто добежит до рабочего стола охранников, тот красавчик. Челлендж, добеги до рабочего стола. Сейчас я попробую, ребята, сейчас я попробую. Так, они отвлекают их. Сейчас за мной еще все равно охотятся. Давайте в эту сторону побежим. Оббежим. Так, так. Ай-яй-яй, да что ж. Добежал? Да ладно, дай я полечу, посмотрю. Я не верю. А, ты добежал, но умер. Я понял, я тоже так могу. Короче, надо, знаете, что добежать и закрыть дверь в темницу. В кладовку. Так, давайте, пацаны. По очереди. Бенди пошел. А что за Бенди не охотится? У меня, кстати, знаете что? Нету скримера на лице. Может, она за мной не бежит? Нет, бежит сразу. Ай! Как бы так сделать, чтобы она меня не убила? В Пикачу вечно застрял. Давайте еще одну точку спауна, наверное, поставим. Чтобы мы не застревали друг в друге. Во. Это будет сильно. Смотрите, что делать. Никого не пускает. Смотрите, ну, как пройти? Так, давайте попробуем сейчас. А как пройти? Давайте попробуем с подарков прям жестко прыгнуть сразу туда. До прохода. Есть, есть. Ай! Арнольд тащит, да? Да блин, как пройти? Пацаны, давайте, предлагайте, как это сделать. Бежим сюда. Бежим, бежим, запутываем. Ай! Пикачу не тащит. Может, давайте их меньше штук поставить? Штук 5, может. Ай, спрыгнул. За мной никто не охотился. Они охотились. Так, ладно, давайте я немножко убью их и поставлю меньше их. Вот так вот. Сейчас еще почищу вот эту одну. И еще. И еще. И еще вот эту. Вот это они разлетаются, прям просто эпик. Так, получается, мы всех убили или еще есть где-то? Ну, давайте спрыгнем. А, вот они, вот они! А что ты им ничего не сделаешь? А, чувак закрылся в этом. В кладовке, мастерской. И пытается их убить. Давайте к нему полетим, посмотрим, что он там делает. Бенди, как у тебя дела? А как они дверь так подвинули? Ой, их можно так убивать? Ой, монетка просрала. Они ушли. Открывай. Да, обстоятельства не получились. Блин, а прикольно так выживать. Пацаны, вы где? Вы их мочите? Я иду. На, отлетело. Может, надо гранату вонючую взять? А ну-ка, я кину. Ах ты! На. Горячую картоху. Есть. А вот еще есть. Я думал, я всех убил. Она застряла в кладовке, выйти не может. Давайте ее накажем за всех. Аж дверь вылетела. Это прикольно. Че, назад ставить будешь? Не получится. Ребята, сейчас будет 200 штук. Вы готовы? Такого мы, наверное, еще ни разу не делали, но надо сделать. Как-то разнообразить. Ху-ху-ху. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, не забываем поддерживать. Больше, больше. Мой компьютер еще не лагает, 60 кадров. Поэтому мы ставим, пока будет меньше 60 кадров. Вот это жесть. А, они ставятся, просто не на потолке. Ого. Ну как вам, нравится, не? Все, 200 валунбоев. Это реально жестко вообще.
У меня даже фонарик не работает, но это неудивительно. Так, теперь мы ставим бомбу здесь. Есть у меня эпическая бомба одна. Ну чё, ребята, вы готовы к мощному взрыву? 2, 3. Ломай, ломай, ломай бомбу. А чё она просрала? А, это только начало ее? Ого! Слабовато, ничего себе слабовато. Не понял, чё они живые? Ну все очень красиво смотрится. Хорошо. О, давай ядерный взрыв, давай. Джеки Чана включай. Эх, ну что ж ты. Они бомбоустойчивые. Ого, они разлетаются. Хорошо, придется мне взять дело в свои руки. Вот это жесть, что творится. Меня мало. На рабочий стол. Или нет? Ну, вроде еще работает. Даже FPS пропало, не показывает сколько. 1 FPS. Опа, FPS растет. Вот это эпический взрыв. Получилось. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.